Я всех приветствую, бродяги, на своем канале. Продолжаем с вами бумажечки раскладывать, бумажечки, которые меня прям вообще сильно затянули. Очень интересная игра, прям не знаю, что тут творится, какая-то дичь, но мне это интересно. У нас, короче, какие-то анархисты, какие-то тайные агенты, которые хотят освободить Арстоцку. Они приходят к нам, говорят, там, читайте, нам какой-то шифр отдали в прошлый раз, в прошлой серии. Говорит, не сохраните это все, не потеряйте, и типа, это, сидите и ждите следующих наших посыльных. У нас пока жена и теща здоровы, слава богу, все хорошо. Сына и дядю мы просрали, напоминаю. Новые условия, чистка в колечии, своих не щадят. Причина исчезновения, стыкулик. Пора на работу, еще дальше. 2 декабря, окей. Заступил, на смену заступил. Сейчас винишко надо для храбрости этого-то. Угу. Сегодня вас посетит начальник оперативного отдела по Восточному Грештину. Не ударьте в грязь лицом. Слава Ростоцке. Хорошо. Начальник сегодня посетит. Да блин, но в прошлый раз пообещали, что комиссия придет. Не пришла комиссия. А вот начальник, наверное, идет, да? Это он? Это он. Это какой-то Владимир Ильич. Так. Так. Вы здесь инспектор. Значит, я за вас в ответе. Количество полученных замечаний 12. Похоже, доверять лотерее было ошибкой. Надеюсь, это вас вдохновит. Повесьте это на стену. Я вернусь через 10 дней. Зум даю. Только попробуйте меня опозорить. Слава Арстоцке. А что это? Министерство въезда грамота за эффективную работу. Он мне грамоту вручил. Несмотря на мои предупреждения, он мне, короче, вручил грамоту. Сказал, я еще приду, пес. Давай, до свидания. Теперь можно и бухнуть. Сегодня уже начальник не придет. Так что можно выпивать на работе. Поехали дальше. Следующий, проходим. Начинается рабочая смена. Здрасте. Какой-то ты вялый весь. Только проснулся, да? Сатовский Юайме. Так, а ты из Арстоцки, у тебя есть виза. Килограммы по килограммам все нормально. Но тут, в принципе, Парадизна. Парадизна это Арстоцка, правильно? Я же не ошибаюсь, я же серьезно, Парадизна. Ну, Парадизна, конечно же. Так, все действительно 8. Хорошо! Ты мне кажешься просто свойским пацаном. Иди немножко только умойся, а то ты какой-то весь вялый. Слава Арстоцке, до свидания. Можешь проходить, штрафы мне, конечно же, не выпишут за тебя, потому что я идеально все сделал. Здорово, кукушка, какова цель поездки? Я здесь транзитом. На 2 недельки, правильно? 2 недельки. Пару недель, говорит. Все совпадает, с тобой прям вообще проблем быть не должно. Я считаю, что с тобой проблем быть не должно. Такая порядочная бабеха с виду. Женский пол у тебя даже, видишь, все совпадает. 31-12-2, еще у тебя действительно все, 83-го, хорошо. В принципе, я думаю, что мы с тобой даже без базара я тебя... Выдан Ларндас, вот это я, конечно же, проверю, чтобы прям серьезно, чтобы без базара было, серьезно, я тебя очень проверю. О, Ларндас, ты че, серьезно? Спасибо, что ты такая вся порядочная, что у тебя все хорошо. Проезжайте, проходите следующий. Давай-ка там... Ошибка в имени? А что там? А что было в имени? Я вроде читал, не было ошибки. Ну ладно, хуй с ней. 30 дней. 1 месяц. Подожди, а, блядь, а ты вообще нормальный, нет? Ты себя как вообще чувствуешь? Ты вообще себя чувствуешь прям вот вообще серьезно, нормально, да? Как ты, блядь, без паспорта сюда пришел? Серьезно, блядь, горшочек. И где паспорт? А что такое паспорт? Ой, ёб твою мать. Вот когда узнаешь, что такое паспорт, можешь на Википедию зайти или в Google, блядь. И тогда приходи, не еби мне мозг, пожалуйста. Нет, я не уйду. В смысле не уйдешь, блядь, пошел ты нахуй. Ты уйдешь, я сказал. А я сказал, ты уйдешь. Я отказываюсь, придурки, не трогайте меня, хуже будет. Сейчас познаете гнев тигра. У меня есть законное право въехать в Арстоцку. Думаете, я шучу? Тигры не шутят. Пропустите меня. Долбоебину, блядь. Это, блядь, какой-то психопат. Таких у меня еще на смене таких психопатов ни разу не попадались. Серьезно, что такое было? Это серьезно, что это? Наши документы. Какого цель поездки? Транзит. Транзит. Сколько у тебя? 14 дней. Хорошо. Штейн Лемен. Имя вроде окей. По роже похож. Мужской пол. Лестренади.
Ну, я так скажу, что вроде как у тебя все по документам, все прям в порядке. Вроде как, но я все-таки твою республику, Лес-Ренади, я проверю, потому что мало ли что, Лес-Ренади. Без вопросов, без базара, проходим, не стесняемся. Следующий, следующий. Бабио, такая. На работу, да, разрешение у тебя даже есть, все прям не приебаться, ты че? На несколько месяцев. Несколько месяцев, а уточни, это сколько месяцев? Это вот 3 месяца тут написано. Ну, вообще, ну, хорошо, все нормально. Поликекар, один хорошо, пороже похоже, четвертое, 83-го, 84-го, 82-го, 29-го, ну, в принципе, я тебе так скажу, что специальность, это почти специальность. Антегрия Глориум, оно серьезно. Подожди, карта региона в Антегрия. Антегрия Глори. Да, ну так блин, ну я не вижу смысла тебе вообще отказывать. Хорошо, все, прям у тебя замечательно, я тебе скажу. Все документы в порядке, можешь спокойно. Окей, проходи. Следующий давай. Пожалуйста. Да ебаный рот, ну что опять? Ваши документы. Наши люди готовы. Начинаем завтра. Что начинаем? Пропустите их. Эдик. Что это, блядь, такое? Кто это такой? Это... Что это за тайный агент? Я не понимаю, что происходит с ошибкой города выдачи. Что происходит? Как? Я проверяю, город выдачи совпадает. У него Антегрия там была и какой-то Лорман или как там его, блядь. И кто вот это приходит в капюшоне? Странные личности какие-то. Говорит, пропустите наших людей. Это что вообще происходит? Кто это такие? Кто все эти люди? А, поездка. Моя признание официально. И куда тебе надо, что дипломатический статус? Ага, так ты дипломат, прошу прощения, господин дипломат. Ща мы, короче, вас быстренько пропустим. Матео, это нахуй мы вас пропустим, я думаю. Думаю, вас пропустим нахуй. А знаешь почему? Потому что нихуя у вас не совпадает имя. В смысле? Вот. Кто ты такой, блядь? Имена не совпадают. У меня имя недавно изменилось. А, ну ладно, вот не надо мне тут говорить. Не надо, я сейчас все проверю, отпечатаю, распечатаю. А если не совпадет, то припечатаю. Ну, допустим, ну хорошо. Ну хорошо, дипломаток. А вообще у тебя, в принципе, все чин-чинарем, да, я так смотрю, да, все нормально. Ладно, дипломат, господин дипломат, заберите свои бумаги. И валите, пожалуйста, валите. Валите. Следующий, давайте, следующий. Здорово. Когда последний раз брился и мылся? О-хо-хо-хо! А это ты? Работа на 8 недель, спорт, работа 2 месяца. Я бы тебе еще поверил, если бы ебало было одно и то же. Фотография, на ней не вы. Даже не знаю, что сказать, это я. Какой, блядь, ты? Ты кому чешешь? Серьезно, я более чем уверен, что отпечатки не совпадут. Хотя, может быть, он спортом стал заниматься и похудел? Я такой вариант тоже как бы допускаю, но мне кажется, это не он. Ни хера не он. Совпадают? И мне же не приснилось, серьезно совпадают. А как так? 3-го, 83-го, 6-го, 4-го, хорошо. Кью, Папа и Томас, ну... Я даже не знаю, чувак. Ну что-то в нем не так будет сейчас. Тут по-любому будет не так. Все нормально. Нормально было все. О, смотри, жена уже просто болеет. Теща мерзнет, теща мерзнет и болеет. Так, сбережение лекарства, хорошо. Фора на легком уровне нам далась. А зарплата, так, отлично. Пятерик у нас еще даже остался. Что такое Space? А там же как-то можно что-то Space нажимать и типа что-то у нас будет. Давай попытаемся в следующий день нажать Space. Хорошо. Кража в Министерстве въезда. Совершено несколько краж. Катастрофы не случилось. Антегрия шпионит за своими гражданами. Разоблачитель скрылся. На работу 3 декабря. 3 декабря. День арстоцкий. День, когда горят
Все документы. Так, это все сюда, пожалуйста. Значит, у нас что тут новые условия? Официальный бюллетень. Инспектор, при ограблении офиса МВ были похищены образцы печати. Ничего важного не пропало, но разведка сообщает, что преступники уже начали подделывать официальные документы Арстоцкие. Ты смотри, какие ушлые. Подделки. Обязательно убедитесь, что в документах представлены действительные печати. Проверяйте отсутствующие неправильные печати согласно соответствующим пунктам в главе документы. Слава Ростоцкий. Это куда? Это где проверять? Документы. Личная карта. Ростоцкая личная карта. Районы. Алтан. Хорошо. Карта регион. Подожди. Документы. Разрешение на въезд. Печати. Необходимая печать. Разрешение на въезд. МВ и вот рабочее место. Проверка, пробел. А что такое вот эта проверка, пробел? Это вообще как это? Это типа, чтобы я вот это вот не нажимал мышкой, а нажал пробел, и оно типа выехало само. А, ну понятно, короче. Документы, личная карта. Разрешение на въезд. На работу разрешение, печати вот такие должны быть. Документы. Дип статус. Документ должен давать право въезда в Арстоцку. Необходима печать. Проверить печать. Ну вот печати должны быть вот такие. То есть такой типа какой-то вот значок типа привидения, знаешь, такое в простыне. И тут такая же типа черточка, типа косая черта. Ладно, я сейчас разберусь по ходу дела, поэтому давайте начинать смену. Сильно недолго не тяну. Здорово, мадам. Ваши документики, пожалуйста. Какова цель поездки? Я хочу навестить родственников. Насколько ты к ним? На 8, где 2 месяца, короче. Так, хорошо, допустим. Теперь мне что надо делать? Мне надо Антегрия. Так, Антегрия, Ростоцка. Шея Мантовска. Шея Мантовска. По-моему, да. Глориан, 83-й год, 17-12. По-моему, все у тебя совпадает, мне кажется. И документы никакие вроде как проверять больше не нужно, нет? Я же прав? Я же прав? Да, блядь, а что? Поддельное разрешение на въезд. А как мне его... Здрасте. Привет, друг. Вот сегодня все получится. Смотри, какие хорошие бумаги. Достать было нелегко. И дешево. Что, блядь? Что ты мне принес? Арстоцк, разрешение на въезд. А, у нее было разрешение на въезд, по-моему, или что? И там, по-моему, печать не та была. Печать была не та. А у него та печать. Подожди, у него та печать. Серьезно? У него та печать? У него реально та печать? Та печать. Смотри. Хоба. Хоба. Совпад... Подожди, совпадает. Все совпадает. А что не так-то? Что у него не так? У него явно что-то не так. Подожди. Не может быть, чтобы все было прям так. Подожди, я это лучше так вот сделаю все. Вот прям полностью тебя везде проверю, чувак. Извини, конечно, но я тебя должен прям проверить. 15 совпадает на транзит. 2... Насколько ты? Куда ты? Транзит 2 дня. А какая у тебя цель вообще поездки? Блядь, что с тобой делать? Джорджи Костава. Что у него не так? У него реально что-то должно быть не так, мне кажется. В Арстоцку, въезд в Арстоцку, Арбистан, скал, ну подожди, Арбистан, скал, карта регионов, Арбистан, скал. Блядь, да должно же быть что-то не так у тебя, серьезно, у тебя должно быть просто обязано что-то не так, 67 килограмм, нет связи. Транзита. Подожди, какая цель поездки? Где тут можно как-то найти, чтобы вот паспорт предъявить? Он предъявил. А подожди, он только визу предъявил. Или что он предъявил? Совпадает. Нет связи. А куда ты транзитом? Да, блядь, я даже не знаю. Ну, мне кажется, ну не может быть, чтобы прям все было вот просто. Все, чтобы у него было прям... Я не верю, Джорджи Костава. Я проверял вот это, нет? Блядь, не то, подожди.
Совпадают. Да ведь все совпадает. Неужели мы с тобой сегодня... Я тебя одобрю, да? Мы сегодня... Я тебя серьезно сегодня одобрю? Так... Что я мог не проверить еще? Я все проверил, мне кажется. Блять, подожди, ну, Джордж, серьезно. Это так не работает, подожди. Ну, ты мог, явно... Он должен был сделать пропуск, вот этот, разрешение на въезд. Он его сделал. Для чего он туда едет? Транзитом. А какова цель поездки? Он мне не сказал мне ничего. Как мне, короче, спросить у тебя о цели поездки? Нет связи. 2 дня. Как узнать у него цель поездки? Он же не сказал ничего. Арбистан. Серьезно, блядь. Реально, Джорджи, мы тебя пропускаем, да? 15-12. Правильно. Въезд до. Тут действительно. Скал, 2 дня, транзит. Серьезно, Джорджика стал. Мне как-то все у него прям совпадает. Арстоцку. Он поехал в Арстоцку. Отлично, ты лучше всех. Арстоцкая лучшая страна. Вот, возьми. Жетончик. И все, и нормально, да? Да, ты приколел, он нормально, он прошел. Он наконец-то прошел. А, навестить родственников. Блин, а я уже думал, что явно же должно что-то быть не то. На месяц другой. Ну ладно, хорошо. А, так, по роже похоже. 80, хорошо. BT22L в гости 1 месяц. Джанел Солвич. Джанел Солвич, Арбистан, Скал. Арбистан, Скал, это по Джорджи, я еще помню. А вот это вот, вот это разрешение на въезд, оно как бы, да, но совпадает. Надо запомнить это разрешение, потому что я его немножко забываю. Кружочек и квадратик. Ну да, да, почему бы и нет. Все вроде как у тебя хорошечно. Не совсем, не со... А вот это вот чего, вот это вот такое, а? Скажи, пожалуйста. У меня не получилось приехать раньше. Ну, такие это мои проблемы, блядь. Меня это не ебёт как-то. Это вот, вот, пожалуйста, до свидания. Так, давайте следующее. Дальше. Проходим, не стесняемся. Блин, одного Джорджа сегодня мариновали. Вот ты... А, это тот хер. Охранник. Доброе утро. Да уже не утро, как бы. Ты задержал 2. Премия неплохая. Платят сразу. 5. Хотя получается не так много. Ну, нормально, хорошо. Ты задерживай подольше, и у обоих больше выйдет. Какую-то махинацию тут проворачиваем, серьезно. Мутимся на работе, как умеем. Крутимся, мутимся. А что ты спишь? Ты глаза открой. Соня. Есилкова Ева. 170-58-16-03-84. Въезд Есилкова Восточный Грештин. В принципе, да. По-моему, это такие... Это от Ростоцкого Восточный Грештин, поэтому проходите, пожалуйста. Проходите, не стесняйтесь. Следующий. Следующий. Его нахуй. Район опять ошибся. У меня постоянно почему-то ошибки в этих вот районах. Транзитом на 2 дня. Подожди. Транзитом на 2 дня он собрался ехать. А ничего, что у тебя как бы нету... Откуда ты вообще? Тут не написано, откуда ты. Импор. И чё, блядь, чё ты мне должен сказать? У тебя должно, во-первых, быть обязательно... Разрешение на въезд, да я его не вижу. Где оно, а? Необходимо? Конечно, блядь. А ты не знал, только узнал? Конечно, необходимо. А то я без него вот просто возьму и поставлю тебе красную печать на весь паспорт тебе хуярю. Орден знает. Что твой орден знает? Вот какой-то орден уже знает. Следующий. Ваши документы. Какова цель поездки? ПМЖ. Ну хорошо, совпадает. Ты у нас кто? Козерский Пётр? Пётр Козерский. 19-12, хорошо. 84-й, постоянно М. Рождение. Тут, в принципе, тоже совпадает. Арстоцка, печать нормальная. Ну так я думаю, что... Кариста.
Кариста это в Ростоцке или где? Это карта региона Ростоцка. Подожди. Подожди. Кариста. Выдана Кариста. Виза. А, виза у него с Объединенной. А, Федерации, я понял. Виза у него отсюда. Хорошо, допустим. Ну так тогда я даже и не знаю. Вроде как прикопаться к нему не к чему. Давай его пропускать. Это было просто, говорит. Нормально. Живем. Здрасте. Так, показывайте свои документики, пожалуйста. Просто в гости. 2 месяца, да, у тебя 2 месяца? Да, скажи, 2 месяца. 60 дней. Отлично. 26-12-2. Так, ЛЖДП совпадает. Рита Дьякив. Рита Дьякив. Женский пол. По роже похоже. Арстоцка без разреш... без печати. Где печать? Я не понял. Я не понял, нахуй. Где печать от... Где вот это вот? Вот это вот все. Где вот это? Где оно? А? Печать нет, документ подделка. Я не понимаю. А я понимаю. За подделку у нас задерживают. За подделку под шканарь направляют. Что вы делаете? Пройдемте, пройдемте, пройдите, пожалуйста. Следующий, давайте. Быстренько, быстренько, ребятки, быстренько. Изик. Первому агенту отказано. Через 3 дня прибудет второй. Не повторяйте свою ошибку. А, вот тот типуля, который, помнишь, мы его выгнали, он типа ничего не предъявил. Это был агент от Эзика, так откуда я знал? А почему он не сказал, что это я от Эзика, типа? Бляха-муха. Ну ладно, не повторим. Так иди, чё ты? Чё ты? Иди, всё. Короче, как мне теперь... А через сколько дней прибудет второй? Через 3 дня или 2 дня? Блять, я забыл. Только прочитал, уже забыл. Жена болеет, нужно лекарство. Незнакомец принес вам деньги. Выбирайте, взять их или сжечь. Конечно же, взять! Какой нахуй жечь, вы издеваетесь? Дар от Эзик. Теща... Теща вообще себя заебись чувствует, смотри. Теща ок. Теща вообще. Я говорил, она нас всех переживет. Старая корга. Так, у меня теперь косарь. У меня от Эзика реально косарь. Все, нормально. Можно жить. Можно жить, пожрать, да, пожирать и добра нажирать. История Арстотки. В словах и рисунках ни слова больше. А, ну, но слов больше. Что здесь происходит? 4 декабря. Блин, я не пил. Доброе утро, инспектор. Здрасте. Здоровье сегодня получше, я надеюсь? Да, только что поправил. Я хочу задать вам несколько вопросов. Мининформации, следовательный отдел. Мы думаем, что есть некая группа лиц, которая пытается создать нам всем проблемы. Мы считаем, что некоторые из этих членов прошли через этот пункт. Так что мы решили с вами побеседовать. Вы ничего похожего не видели? Это что-то вроде эмблемы той группы. Если вы что-то знаете, вы же ведь нам расскажете, правда? Эзик, да? Спрячь нахуй. Да. Спрячь нахуй. Ну и отлично. Пожалуйста, верните мне мое удостоверение и рисунок. Восточный грешник, следователь. М1Л. Эта группа очень опасна. Если увидите что-то необычное, немедленно сообщите. Ага, хорошо. У меня как бы семья, осталось всего 2 члена семьи, и я не хочу, чтобы они поумирали. Поэтому извини, чувак, если я буду не сообщать тебе то, что вижу здесь. Мне как бы за это копейки платят, а Эзик мне косарь подогнал. И чувствуешь разницу, что ты платишь мне и что платят они? Следующий! Поехали работать. Ваши документы. Цель поездки транзитом. 2 дня, на пару дней. Хорошо. Так, кто ты такая? Гонсалит. Подожди, а что у нас вообще по правилам? У нас по правилам все, в принципе, то же самое осталось. Хорошо, отлично. Транзит 2 дня, 22-12 совпадает еще, действительно. 7 совпадает. Гонсалина Лорес, Лопес, точнее, Лопес Гонсалина. Да, печатка есть, виза на въезд. Пороже вроде как и твоя, харя. Но я проверен. Хорошо, похоже. Сент-Глориан Республика. Я еще доебусь до тебя в Республике. Ну подожди-ка. Да,
Почему бы, собственно, и не пропустить вас? Ой, я не то нажал. Извиняюсь. Нате вы, пожалуйста, забирайте документик и пиздуйте дальше в Ростоцкую. Хорошо. Следующий! Проходим, быстренько! Не задерживаем очередь. Очередь вон сколько много. Так, кто такая? Ваши документики, пожалуйста. Виза на въезд. Фрейдензон Анна. Транзитом проезжаешь. На два дня, да? Транзит на два дня. А документ хорошо в порядке. Так, 10.07.83. 20.12.82. Порядок. Тут ПХДУ. У 9.4.3. Анна Фрейдензон. Мужской пол. На кого ты хочешь наебать? Кого ты хочешь? Вы мужчина? Что за вопрос? А то, что письку покажи, фоткай быстренько. Такая нормальная, мужской пол. Анна Фрейдензон, блин. Это транс, походу. Ой-ой-ой-ой-ой. Понятно. Все с вами понятно. Проезжайте спокойно. С легким паром там или чем там. Легкой дороги, попутного ветра, вот что я хотел сказать. Все, проехали, давайте дальше, следующий. Будьте так любезны, проходим. Ваши документы. Анегович Месов. Анегович Месов совпадает, 91 килограмм и 166 сантиметров. Рост я бы у тебя проверил бы, пожалуй. Совпадает рост, хорошо, Ростоцка, Орвич Ванор. Орвич Ванор это, по-моему, это Ростоцка есть. Это Ростоцка, да? Ростоцка. Ростоцка. Так, 84-го... Ну, так, как бы, это я думаю, что мы с тобой нашли общий... А у вас тут много народу проходит, да? Мне нужны инженеры, сделать мне одолжение. Давайте мою карточку всем инженерам, которые здесь появятся. Я снова приду через пару дней. Я вам заплачу 5 кредитов за каждого инженера, который мне позвонил. Директор, нихера себе, он какую-то важную... Ну, я сразу по очкам заметно было, что важная шишка. Короче, инженерам давайте его карточку, я понял. Допустим. Так. Это что за Владимир Владимирович? Тут я не понял, бля. Я хочу навестить друзей. На сколько? На 30 дней. Сейчас. Нагблад Даниил. Ну да, да, так я тебе и поверил. Нагблад Даниил. А что у тебя не так? У тебя явно что-то не так, Владимир Владимирович, явно что-то не так. Так, один месяц, 30 дней, все правильно, в гости. Хорошо, допустим. А ну я сейчас даже вот так вот приебусь и проверю все, даже цифровую проверю. 16-12, так, хорошо, разрешение на въезд у тебя есть, виза на въезд, так, мужской пол. Выдано кариста, ОФЭ. Документы, не то, подожди. Карта регионов, Объединенная Федерация, користа. Ну так я не знаю, Владимир Ильич, я вас, наверное, даже с богами пропущу-то, собственно. Ты же не инженер там часом? Нет, ты президент? Или кто ты? Это было просто. После этой фразы всегда что-то случается, нет? Нет. О, такая уже была когда-то. Я переезжаю в Ростовскую на ПМЖ, постоянка. Хорошо, Эрика Досовска, что это на стене? Отметили за эффективную работу, впечатляет. На стену повесили, не удержались. А что тебе не нравится? А что тебе? Ты тоже работаешь, тебя кто-нибудь отметит. Досовская Эрика. ДЖТ ХРРУ 2, ПМЖ 412-82. Ну, нормально вроде как, да? Вроде как нормально все. Вроде как, подожди, выдана Хайхана. Выдана Хайхана, Арбистана, Арбистан Хайхана. Ну, подожди-ка, быстренько, сейчас мы проверим. Что там, когда райончик твой, быстренько. Подожди, блядь. А ну-ка, подожди, блядь. А вот это вот что такое, а? Город выдачи указан неправильно. Я не понимаю. А я понимаю. Арест. До свидания. Арест. А я пока выпью. Какого черта? Все сходится. Ты сам как это грамота. Дешевое дерьмо. Нахуй иди. Я красавчик. Я не дерьмо, я красавчик. Я выполняю свою работу, блядь. И все. Бабёха, бабулька, сколько тебе лет? ПМЖ, постоянка, да? А шаг надоело тебе в республике, что в Ростовск хочешь перебраться? Пуа-о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 
Скорее всего, так и есть. Вышла замуж за ростовского какого-нибудь адвоката и поехала туда, короче. Говорит, у меня несколько разных имен. Нормально такая, ну, печатай быстро.
Так, у нее, короче, паспорт еще действителен, у нее въезд этот, виза вот эта, точнее, пропуск действителен. Данные совпадают, я не вижу смысла, в принципе, тебя дергать особо и отказывать. Женский пол, ну, допустим, хорошо. Сент-Глориан, Республия, ну, по-моему, там Сент-Глориан вроде как и было, но подожди, я все-таки еще проверю, чтобы на всякий пожарный прям вообще. Сент-Глориан, все нормально. Отлично, забирай и проезжай. А где все эти? Где вот эти вот, которые инженеры все? Алло. Хоть бы на работу один инженер приехал. Второе имя не соответствует документам. Разрешение на въезд, ошибка имя. На работу. На 2 месяца. Подожди, так у нее же отпечатки-то сошлись. То есть все равно нельзя было пропускать? Охереть, я же не знал. Машиностроение, подожди. Сейчас если тебя пропущу, то я тебе дам карточку. Жан-Марко. Жан-Марко, ты мужик? Жан-Марко, Скал, Пол, Арбистан, подожди, Арбистан, да где ты, Арбистан, Скал, нормально, Теб, Виксад, Оп, Джим, хорошо, 83, 82, 18, 12, все, в принципе, окей, но ты как-то Жан-Марко, ну, допустим, хорошо, подожди, но все-таки я проверю, потому что вот что-то мне подсказывает, что вот просто совпадает нормально, чего и нет тогда. Тогда хорошо. Ну тогда что? Я тебе тогда сделаю сейчас вот так вот. Я тебе сделаю вот, отдам вот это. Что это? Ха. Да забирай, тебе оно пригодится. Ты же машиностроение, ты же нормально все. Иди, работай. Это было просто. Следующий давайте, быстро. Быстренько. Ваши документы. Проектировать. Вот еще инженер пришел. Мне дали здесь работу. На сколько? 12 недель. 12 недель это сколько? 4, 3, 12, это 3 месяца. Хорошо, допустим. А это вроде как ты только прическу, наверное, сменила, да, я так понимаю? Андреа Линдовна, вот это придумали. X1V, R2QV, короче, нормально, 3 месяца, да, действительно... Работа, все вроде как по документы нормально в порядке, печатка стоит, не то я делаю. И вот это вот сюда, пожалуйста, проектирование. Короче, у меня для тебя кое-что есть. На. На! В смысле? Андреа Линдовна, блядь. А что не дается? Блядь, да какого хера? Может, я не там поставил еще? Ну подожди, еще раз. Я тебе наляпаю сейчас. Туда. Не забирает. Проектирование. Это же инженер. А что не так-то? Почему она не берет? Инжиниринг. Проектирование, блядь. Эх, ладно, хорошо. Ну ладно, иди. Иди так. С Богом. Так, а ты у нас кто такой? Ты у нас из Восточного Грештина. Ростовская личная карта. Виза на въезд. Чего? Закалечь ее! Это вот эта Андреа Линдовна была? Бля, да вы заебете. Рабочий день прерван из-за талки террористов. Доступная квартира 7 класса, квартира 30, отопление 10. Улучшение таб, вызовите печатей. Ладно, переезжаем в квартиру. Улучшение. Фора на легком уровне 20. Зарплата, так хорошо. Все пока живые, жена и теща. Окей, нормалек. Хорошо, что я легкий уровень додумался хоть поставить. Вот это жесть. А я-то думаю, почему ей не выдавалось вот это вот. Она же типа как бы инженер. И ей не выдавалась визитка. То есть как бы... Игра намекала, что что-то с ней не так. Когда она прошла именно вот этот детектор, я подумал, что все-таки все окей, просто она, возможно, не та специальность, которую хотел тот чувак. И потом оказалось, что это террорист, и она взорвала, понимаешь, там всех взорвала. Опять атака. И вот как я должен был сообразить? Ну, в принципе, я бы, например, там, знаешь... То, что ей бы эта виза не давала, ну не виза, а точнее визитка это не давалась, я бы мог подумать, что что-то с ней не то, и там как-то ее арестовать или что-то, ну не было же, просто не было к чему придраться, и по идее я должен был ее пропустить.
есть этого как бы можно было как-то избежать, можно было как-то что-то там как-то ей отказать, или я не знаю, вот просто. Если бы я его, в принципе, выгнал, то меня бы штрафанули, мне бы там выписали предупреждение. То я не знаю, короче, как это еще просто можно было избежать вот этого взрыва. Или, скорее всего, это по сюжету было просто нужно так, чтобы так оно случилось, и ты уже понимал, что, ну... Короче, не знаю, ну, я думаю, что это так было надо. А давайте на серию закончим, оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, все больше и больше как-то интереснее становится. Я надеюсь, что дальше будет еще круче, и мы узнаем, кто вот эти все непонятные лица, которые в капюшонах, нам эзики, какие-то эзики, ежики, короче, приходят, дают какие-то свои визитки, пропускайте их без всего, без документов, я не знаю, что происходит, но им платят пока что, поэтому все хорошо. Все, всем удачи, берегите себя и своих близких.